Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Мерлан Форд, и сегодня у нас видео будет посвящено Murder Mystery. Я решил сделать такую, наверное, рубрику, тестить мини-игры на разных серверах. Вот, ну давайте пойдемте в Murder Mystery, в игре, давайте посмотрим, где ждут ожидания. Конечно, немного люди столпились в игре. В игре там 3 человека, мало. О, вот. Ну там тоже 3, хотя музей был. Ладно. Сюда. Чё ж меня тпхает так? Пока что не очень. Сейчас посмотрим, как тут. Ну такую карту. Не помню, на хайпикселе. Я интерфейс сделал поменьше, потому что здесь бывают эти. На экран. Как его? Вот это вот, типа того. Игра начнется через столько-то секунд, и я обычный житель. Ну и из-за этого я чуть не упал. Из-за таких вот всплывающих надписей я сделал интерфейс пониже, конечно, но в обычном выживании я бы так вообще бы не играл. Первое золото. Стив. Значит, это Стив, да? Стив, ладно. Так, у меня забрали золото. Окей. Я не выжил. А как выйти теперь отсюда? Я не понял, как выйти отсюда? Я случайно попал в лаву. Ладно, не получилось первый раз. И что, я теперь буду ждать, пока... О, вот он. Пока катка, что ли, закончится. Тоже кто-то летает. Да. Ну что, и как теперь тут отсюда выйти? И как, что ли? Это, конечно, огромный минус, то, что приходится ждать катку. Или я не разобрался, как это. Быстрее давай, кратко заканчивайся. О, куда это я? Опа, интересно. Неплохо, неплохо. Ну и чё? Сколько мне ждать? Ну, осталось 3 жителя. Ладно, и... Тут... Вот, давайте последим за ним. Я вот ничего не делаю, просто за ним слежу. Надо видос выпускать уже. Я отснял еще около 2 часов выживания. Он упал чё, или как? Возможно, отмонтирую, но дело в... Только для брони интересно. Но дело в том, то что там прощение за... Писать не получилось, и поэтому я не знаю. Но я постараюсь отмонтировать. Там около 1,5 часа, я не знаю. Там больше часа точно. Еще не факт, что продолжится это выживание, поскольку, так сказать, там получилось так, то что... Ну, печально получилось. В общем-то. Я говорить не буду. Победа! Наконец-то! Наконец-то могу уже выйти из этой катки и пойти уже в следующую. Смотрите, куда все идут? Я бы хотел бизнес-центр. Примерно предполагаю, это какая карта. Выше облаков, нормально. Тогда зачем вот эти вот... Почему нельзя сделать на нормальный? Зачем вот такие вот палки делать? Они ж лагают. И чё это, кстати, с дверьми? Ну, я так на многих серверах, которые на разные версии. Но это баг, наверное, потому что на разные версии. Я обычный житель. Это штаб, да, это штаб. Я обычный житель. Интересно, мне хоть один раз получится побыть детективом каким-нибудь. Или убийцей. Посмотрим. Так, вот у меня одно золото уже есть. А это мало. Ката где-то около 4 сыграю. Возможно, больше даже. Возможно, больше сыграю, я не знаю. Я хочу сделать видео примерно на 10 минут. Но уже 4 минуты и толком ничего хорошего не получается. Вот у меня уже 5. 6.
Так, до свидания, Стив. 7, опа. 8, так. И последний. Ура, у меня есть лук. И стрела. Один шанс. Окей. Посмотрим. Блин, стрёмно что-то. Так. Мне кажется, этот вот Стив. Или вот тот вот. Ну, вряд ли вот этот чувак. Посмотрим. Сколько еще осталось? Еще я, Мардер и еще три. У меня уже еще шесть. Да можно пройти сюда. Да я промахнулся! Нет. Он был так. А подожди, почему это второй раз уже он? По-моему, это нечестно. Ладно, хорошо. Промахнулся, так промахнулся. Прикольный город. Опять-таки, это карта Хайпикселя, но... То... Ясно. А это что такое? Стена. А зачем? Эта сторона все равно не видна. Зачем? Вот так бы, хотя. Хотя не отсюда бы. Хотя не, отсюда не будет видно. Отсюда не будет видно же. Ну и тут два чувака осталось. Точнее, один мартер и один житель. И что-нибудь произойдет или как? Какой высоте, собственно? На 55. Примерно. Я забыл то, что здесь тоже можно нажимать F3. Вот тут чувак. Давайте проследим за ним. Как он может разделаться с ним, с мартером. Куда он лезет? Ну нет, это такое себе. Не надо. Ничего, еще стрелу промазал. Я надеюсь, у него лук детектива. Надеюсь на это. Осталось минуту. Если честно, мне сервер не очень нравится. Тут, конечно, разнообразие карт. И вроде бы почти все карты Хайпикселя, но здесь нельзя выйти, опять-таки. Ну и здесь не работает функция Хайпикселя. Вроде бы. Не, на этой карте не могут быть функции, поэтому я не знаю. Ну и чё? Как? И он чё тут будет? А? И? Не, сервер не очень. Чё теперь ждать? Пока время выйдет, что ли? Или что? Этого немного не понял, конечно. Так, куда пойдем? Куда пойдем? А куда все там идут? Аквариум, давайте в аквариум идем. Я знаю эту карту на Хайпикселе. Как раз таки проверим, работает здесь. А, этот или нет. Вроде бы здесь же можно проверить. Работает ли. Почему? Если он опять этот мартер, то это очень странно. Нет, мне повезло. Не повезло, но я проверю все равно. Так, все. Куда? Две катки я еще сыграю.
А, в игре. Все в игре. Давайте вот опять в аквариум этот. Не, ладно. Окей, сыграю в аквариум и хочется побыть детективом, на самом деле. Тут даже шансов не показывается. Ок, ок, ок. 3, 2. Чё? Опять? Опять, да? Снова. Ну, ладно, я рад. Ну, на самом деле, был бы так на Хайпикселе. Но я не на Хайпикселе. Ты ты... Отсюда иди. Вот так вот. Все. Опа. Да куда ты упрыгал, дружок? Смы... Ты... А, енот попался. Или кто это? Ах ты ж... Спойлерщик. Точнее, свидетель. Оп, а все. Поворачиваю. Кстати, одно золото. Да как он увернулся-то? Мне кажется, это жульничество какое-то. Ой, я с мечом хожу. Раз у них одна, ну ладно. Все, минус, чувак. Детектив. Эй! Ты чё? Тут перезарядка же есть? А я его обдурю, знаете? А, он там видит же. Ладно. У меня выбора нет. В смысле? Ну ладно. Последняя катка. Будет сейчас. Очень надеюсь, что не в аквариуме будет катка это. О, 20 минут как раз. Нет, будет больше 20 минут. Запись. Но видео будет меньше 20 минут. Вот так вот. Так, да. Куда? 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 А куда мне идти? Давайте сюда. Блять, этот офис. Как он там назывался? Или это другой? А, нет, этот же. 4, 3, 2. О, я детектив. Детектив синий должен быть, разве надпись, нет? Ладно. Окей, окей. Так, блин, у меня что-то залагало вообще, сервак такой лагучий. А, ясно. Камень. Так. Я придумал, куда я пойду. Сейчас. Так, и вот так, и... Дуп! Я не допрыгнул. Жаль, очень жалко. Как мне разгадать, кто мартер? Пока он меня не убьет. Вот в чем проблема. Знать, кто твой враг. Кажется, это Стив. Он очень смахивает на него. Или вот этот енот. Енот, это ты? Или кто это? Или это не енот? Ладно. До сюда я не допрыгну. Да и смысла особого нет. Я тут буду лучше стоять. Так, а это у нас кто там такой? Слушай, Стив, ты хочешь мне... Не-не-не-не-не-не-не. Нет, я... Нет. Нет. Жителей 5 осталось. Нет, слушай, нет.
Нет, это не он оказался, ладно. Но я ему предупреждал, типа, нет, нет, ну это уже не мои проблемы. Ну и просто такое бывает у меня, то что, типа, он так подходит, да-да, а потом бац, и он оказывается мардером и убивает меня. Ну, жалко, ладно. Так кто мардер-то? Вот это чувак, что ли? Проследим. Он сейчас лук подберет. Он подобрал лук или как? Да, он подобрал лук, это не он. О, этот оказался, да? Ну ладно. Ну и ладно. И что же, всем... Так, нет. И на этом мы заканчиваем наше видео. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик и пишите комментарии. Ну, а с вами был Мерлан Форд. Увидимся в следующих видео. Ну, эта рубрика, я думаю, будет. И я надеюсь, что еще я не один буду записывать ее, а кто-то еще подключится в видос, так будет интересней. Вот. Заходите на наш Discord сервер Headland, заходите на сервер Minecraft Headland, и всем пока.